Балкон – это прекрасное место для того, чтобы сделать здесь, например, личный кабинет. Сегодня в программе «Архитектура стиля» расскажем, какие окна лучше выбирать для теплого остекления. Давай-давай, еще. Еще до пять. Молодец. Алена вместе с дочкой Софией теперь проводит время на балконе с удовольствием. Это и понятно. Теплые полы, герметичное остекление, натяжной потолок с растровым освещением, современный жалюзи «Зебра». Полгода назад специалисты крупной производственной компании сделали балкон под ключ. У нас тут была застройщика остекления балконное, получается, полностью застекленный балкон. Но пыли, холод, все это к нам в квартиру. И мы вот сделали тепленький балкон и защищает комнату, получается, от холода. Ну и вот, а теперь еще здесь моя рабочая зона. Я прям вообще об этом мечтала. Причем столешница – это продолжение глянцевого износостойкого подоконника. Или наоборот. Максимально антивандальное. То есть я не буду бояться, что у меня ребенок там что-нибудь здесь нарисует, чем-нибудь еще что-то. Все спокойно стирается. У меня вот идеально беленькие. Вот как их установили, они белоснежные до сих пор. Но самое главное, окна наша героиня выбрала надежные, немецкие, где качественные ручки, фурнитура, шестикамерный профиль, тройной контур уплотнения, который обеспечивает 100% защиту от продуваний. Еще один критерий качества оконной конструкции – это их вес. В данном случае тяжелое окно – синоним долговечности, герметичности и теплоизоляции. Главный показатель, задающий размер и, соответственно, весомость оконной рамы – это монтажная ширина профиля, которая у ответственных производителей оптимальная – 86 мм. Ведь чем толще профиль, тем теплее и чище будет в помещении. Но это еще не все возможности современного остекления. Стальное армирование, дополнительные ребра жесткости, увеличенное содержание стекловолокна в створке на 50%. Повысило прочность конструкции настолько, что дало возможность изготавливать панорамные окна высотой практически в 3 метра. Панорамные окна пропускают больше света, обеспечивают отличный обзор, повышают статус и цену жилья. Также уникальным ваше пространство сделает ламинация. Есть варианты как максимально реалистично передающие текстуру дерева, так и современных поверхностей. Профессиональный станок прочно спаивает ламинацию в круговую, поэтому покрытие не выцветает и не отходит. Спонсор программы – компания «Махаон». «Махаон» покупает ваши старые окна и платит 1000 рублей, а также дарит скидку 50% на новые. Звоните 228 70 88. Также с помощью QR-кода на экране вы прямо сейчас можете перейти на сайт компании «Махаон124.ру».